Здравствуйте, уважаемые студенты. Тема сегодняшней нашей лекции – общие сведения об экспертных системах. По плану рассматривать следующие вопросы – цели и сущность, принципы построения экспертных систем, использование структуры и режимы экспертных систем, технологии создания экспертных систем, виды экспертных систем. Экспертная система – это компьютерная программа, способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации. Назначение экспертных систем. Экспертные системы предназначены для так называемых неформализованных задач, таких как интерпретация, предсказание, диагностика, планирование, конструирование, контроль, отладка, инструктаж, управление. Неформальные задачи обычно обладают следующими особенностями: ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью исходных данных. Ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью знаний о проблемной области и решаемой задаче. Большой размерностью пространства решения, то есть перебор при поиске решения весьма велик. Динамически изменяющимися данными и знаниями. Особенности экспертных систем. Экспертные системы и системы искусственного интеллекта отличаются от систем обработки данных тем, что в них в основном используется символьный способ представления, символьный вывод и эвристический поиск решений. Решения экспертных систем обладают прозрачностью, то есть могут быть объяснены пользователю на качественном уровне. Это качество экспертных систем обеспечивается их способностью рассуждать о своих знаниях и умозаключениях. Экспертные системы способны пополнять свои знания в ходе взаимодействия с экспертом. Структура экспертных систем следующая: решатель, рабочая память, называемая также база данных, база знаний, компоненты приобретения знаний, объяснительный компонент, диалоговый компонент. База данных предназначена для хранения исходных и промежуточных данных, решаемых в текущий момент задачи. Этот термин совпадает по названию, но не по смыслу с термином, используемым в информационно-поисковых системах и системах управления базами данных для обозначения всех данных, хранимых в системе. База знаний в экспертных системах предназначена для хранения долгосрочных данных, описывающих рассматриваемую область и правила, описывающих целесообразное преобразование данных в этой области. Решатель, используя исходные данные из рабочей памяти и знаний из баз знаний, формируют такую последовательность правил, которые, будучи применимыми к исходным данным, приводят к решению задачи. Компонент приобретения знаний автоматизирует процесс наполнения экспертных систем знаниями, осуществляемыми пользователем-экспертом. Объяснительный компонент объясняет, как система получила решение или почему она не получила решение, и какие знания она при этом использовала, что облегчает эксперту тестирование системы и повышает доверие пользователя к полученному результату. Диалоговый компонент ориентирован на организацию дружественного общения с пользователем как в ходе решения задач, так и в процессе приобретения знаний и объяснения результатов. Роли создателя экспертных систем. Эксперт определяет знания, характеризующие проблемную область, обеспечивает полноту и правильность введенных в экспертных системы знаний. Инженер по знаниям помогает эксперту выявить и структурировать знания, необходимые для работы экспертных систем, осуществляет выбор того, из которых наиболее подходит для данной проблемной области, и определяет способ представления знаний в этом из, выделяет и программирует стандартные функции, к
которые будут использоваться в правилах, вводимых экспертом. Программист разрабатывает ИС, содержащий в пределе все основные компоненты экспертных систем и осуществляет его сопряжение с той средой, в которой оно будет использовано. Режимы работы экспертных систем. Это режим приобретения знаний, режим решения задач, называемый также режимом консультации или режимом использования экспертных систем. Режим приобретения знаний – это общение с экспертными системами осуществляет эксперт. В этом режиме эксперт, используя компонент приобретения знаний, наполняет систему знаниями, которые позволяют экспертным системам в решении задач самостоятельно решать задачи из проблемной области. Эксперт описывает проблемную область в виде совокупности данных и правил. Данные определяют объекты, их характеристики и назначения, существующие в области экспертизы. Правила определяют способы манипулирования с данными, характерные для рассматриваемой области. В режиме консультации общение с экспертными системами осуществляет конечный пользователь, которого интересует результат и способ его получения. Необходимо отметить, что в зависимости от назначения экспертных систем, пользователь может не быть специалистом данной проблемной области. Значит, в этом случае он обращается к экспертным системам за результатом, не умея получить его сам. Или быть специалистом. В этом случае пользователь может сам получить результат, но он обращается к экспертным системам с целью либо ускорить процесс получения результата, либо возложить на экспертную систему рутинную работу. Особенности работы экспертных систем. Экспертные системы при решении задач не только исполняют предписанную последовательность операции, но и предварительно формируют ее. Если реакция системы непонятна пользователю, то он может потребовать объяснения. Значит, почему система задает тот или иной вопрос? Как ответ собираемой системой получен? Необходимые условия создания экспертных систем. Существуют эксперты в данной области, которые решают задачу значительно лучше, чем начинающие специалисты. Эксперты сходятся в оценке предполагаемого решения. Иначе нельзя будет оценивать качество разработанной экспертной системы. Эксперты способны вербализовать и объяснить используемые ими методы. В противном случае трудно рассчитывать на то, что знания экспертов будут извлечены и вложены в экспертные системы. Решение задач требует только рассуждений, а не действий. Задача не должна быть слишком трудной. То есть ее решение должно занимать у эксперта несколько часов или дней, а не недель. Задача, хотя и не должна быть выражена в формальном виде, но все же должна относиться к достаточно понятной и структурированной области, то есть должны быть выделены основные понятия, отношения и известные способы получения решения задач. Решение задачи не должно в значительной степени использовать здравый смысл, то есть широкий спектр общих сведений о мире и о способе его функционирования, который знает и умеет использовать любой нормальный человек, так как подобные знания пока не удается в достаточном количестве вложить в систему искусственного интеллекта. Требования к задачам, решаемым экспертным системам. Задача может быть естественным образом решена посредством манипуляции символами. Задача должна иметь эвристическую, а не алгоритмическую природу, то есть ее решение должно требовать применения эвристических правил. Задача должна быть достаточно сложна, чтобы оправдать затраты на разработку экспертных систем. Однако она не должна быть чрезмерно сложной, чтобы экспертная система могла ее решать. Задача должна быть достаточно узкой, чтобы решить методами экспертных систем и практически значимой. Значит, представление знаний в экспертных системах
значит, отвечает на следующий вопрос. Что представляет, как представляет сознание? Знания в экспертных системах, знания о процессе решения задачи, то есть управляющие знания, используемые интерпретатором, знания о языке общения и способах организации диалога, используемые лингвистическим процессором, знания о способах представления и модификации знаний, используемым компонентом приобретения знаний, поддерживающие структурные и управляющие знания, используемые объяснительным компонентом. Необходимо решить, какие задачи и с какими данными хочет решать пользователь, каковы предпочтительные способы и методы решения задач, при каких ограничениях на количество результатов и способы их получения должна быть решена задача, каковы требования к языку общения, организации диалога, какова степень общности знания о проблемной области, доступная пользователю, каковы цели пользователей. Классы задач, решаемых экспертными системами. Мониторинг в реальном масштабе времени, системы управления верхнего уровня, системы обнаруживания неисправности, диагностика, составление, расписание, планирование, оптимизация, системы советчики, оператор, системы проектирования. Значит, это все относится к классам задач, решаемых экспертными системами. В сегодняшней лекции мы рассматривали вопросы, касающие экспертных систем, рассмотрели структуру экспертных систем, дали цели экспертных систем. На следующих уроках мы еще будем рассматривать более, откроем тему экспертных систем, значит, приведем примеры экспертных систем. Спасибо за внимание.